Добрый день, дамы и господа. Я приветствую вас на продолжение «Расти Лайк Отель». Итак, сегодня у нас что? Ему нужно мясо. Окей, окей. Тебе нужно мясо. А у нас, получается, сегодня я взял... они уже ушли наверх. Угу. На очереди фазан. Миссис Фазан. Миссис Фазан. Ну, его носить не берем. Отворите мне двери. Лево? Нет. Олень больше не с нами. Право? Нет, я не хочу мистеру свинье. Кабану, точнее, бар. Кабан. Да. Миссис Фазан. Или мисс Фазан. Мисс Фазан, наверное. Он говорит, пожалуйста, сделайте мою фото. Так, ну давайте пощелкаем сначала, что она хочет вообще. Так, понятно. Это фон. Угу, ясно, понятно. Это фон. Лампа. Это что-то. Это что-то. Так. Так. Нет. М-м-м? Так, ладно. На этом все понятно. На этом полотне. Здесь что у нас? О, это, наверное, тимьян тот самый, да, который нужен для... опционально. Часы. Часы можно переставлять. Угу. Огонь. Понятно. Так. Леди in Blue, мистер Кроу, мистер Овл. Окей, понятно. Ну, примерно понятно, это, скорее всего, задний фон. Окей, допустим. Вот ликвид. Ага, проявитель. Ясно. Это дырочки делать для музыкальной шкатулки. Так, Rusty Lake Театр представляет тут число. Память озера. Драматическая история о прошлом и будущем. Мисс Фазан, Леди ин Блю, мистер Кроу и мистер Оу. Места. Угу, бокс фокс. Окей, допустим. Так, тут что? Сухая тарелка. Допустим. Так, два ключа надо. Окей, допустим. Так, здесь. А чё это такое? Да, да? Да? Клянная. Что-то нет. Чего-то нет. Чего-то не хватает. О, ключик. Интересно. Тут, короче, чего-то не хватает. Так, ключик отсюда. Закрыт. Птички. По-любому. Лупа. Магниф. Лупа. Ну, наверняка уж лупа. Магнифайнг. Кисть. Так, тут этот. Ничего не понятно, но очень интересно. Да, я догадался. Brush with blood. Окей, допустим. Так, здесь что? Здесь какие-то символы, да? Много, поэтому хрен подберешь. Окей. Куда дальше? Так. Что тебе надо? А, Lady in Blue. Вот она в голубом сейчас. Там Lady in Blue была. Две полоски. Так вот, да? Раз. Два. Так. Почти. Нет. Ага. То есть тут крест. Крест вот так вот. И вот так вот. А.
Теперь к фотоаппарату. Вот не хватает. Что может не хватать? Хватает. Что можно? Так, стоп. А вот эта штука не брать с собой. В рамке догадываюсь. Ну, лампу я зажгу, а что там бывает? Понять бы, что она имеет в виду, подвозьмите мою фотку. Это не тыкается. Что они этим хотят сказать? Понятия. Мокрая тарелка. Огонь. А что с мокрой тарелкой делать? Да вот мы. Я не готов. Пошли. Для чего нужна лупа? Нужна спичка. Ключи. Я туплю. Ляпа, ну разумеется. Ляпа же. Возьми. Все, теперь ты готова. Теперь вообще огонь. Правильно, подожглась. Так, супер. Давай фотка тебе. Прицел. Угольник С. Вот он глаз плейт. Прицел треугольник С. Прицел треугольник С. Прицел треугольник С. Логично. Так, что еще? А вот это. Сюда. Наверное, сюда. Так, где это? Это. А, теперь нам нужно построить. Теперь нам нужен. Как его? Мистер Крэу Ворон. Две полоски. Параллельных. Две полоски. Полоски. Так, раз и два. Гляди в пианиста. Так, огонь. Фотоаппарат. Мокрая тарелка. Ищ. Ворон. Ничего не понимаю. А? Так, а вот. 3:30 на часах. Вообще, блин, нихрена непонятно. Так, это у нас.
скалка. Маленькая скалка. Маленькая скалка для маленьких людей. Маленький топорик. Но тоже маленький топорик для маленьких людей. Маленький факел. Зажечь. Гори, гори, ясно. Ключ. Огонь. Дроща. Шикарно. Маска совы. Она не готова. Она не готова, потому что у нее теперь надо одеть сову. Возьми маску совы. И там буковка В. Вот так вот, по-моему. Так вот. Так. 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 Огонь. Да, я рисую вообще огонь на крышку. Так, тарелка. Ну, сова. Вот он. О. Так, если это... Или 3, 2, 1, 3. Так, 5, 4, 3, 2, 3, 2, 1. Так. 5, 4, 3, 2. 3, 4, 3, 2, 3. 5, 4, 3. 5, 4, 3, 4. 5, 4, 2. Кошмар, как это запомнить? Так. 5, 4, 3, 2, 3, 4, 3, 2. 1, 3. Огонь. Ключ. Супер. Так, а ключ у нас остался только от шкатулки. От шкатулки. Так, ключ от этой шкатулки. Пистолет. Она же должна умереть. На тебе, мать, пистолет. Огонь, все. И иду фотографировать тебя. Красота. Все, супер. Все, стильно, молодежно. Новый рассвет. Тихи, конечно же. Кликай, ту континуя. Ох. Наверняка у них у всех есть какая-нибудь какая-то необходимость. Поступать так, как они поступают. По-любому есть какая-то вот... Это надо лор знать. Нужна этот лор. Надо приготовить всего лишь нужно. Да, приготовим. Так, это лодка. Пошли на кухню. Самолет. А, думаешь, все разъехались. Значит, как было вообще? Ну, как тебе? Фазан. Имьяном. Перфекто. Гость ушел к себе в комнату. Ладно. Дела ночь. И вновь меня после небольшого перерыва я с вами. Итак, обед завершен. Что у нас получается?
посмотрите, может ли вы помочь своим гостям в комнате. Но, в принципе, помидоры я взял. Поэтому я сомневаюсь, что здесь что-то будет прям вау. Ой, помидоры. Помидоры-то мне как раз и нужны. Так, помидоры. Так, ну вроде здесь нету. У меня винище есть. Помидоров у меня нету. Но как бы их здесь вроде тоже нету. Может быть, у этого взять? На кухню зайти спросить? Хочу получить сам фреш. Немного свежих ингредиентов. Ну, допустим. Допустим. Кар. Говорит корова Кар. Ну ладно, погнали, погнали на это. Мистер Кабану. Мистер Кабан. Мистер Буа. С этим лифтером. Итак. Конечно. Мистер Кабан. Принесите мне сэндвич. Так. Печа. Хлеб. Латук. Латук, скорее всего. Спички. Ну, это логично. Тут все на спичках построено. Это что? Какая гадость, это кабани. Два. Ну это логично. Я правильно их понимаю. Три. Ключик. А? Не, ну это изично. Это что-то слишком изично. Так, туалетная бумага. Так, там была картина, которая нужна была. Ага, вся синька сверху. Так. Это. Так. 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 Так, слишком просто. Купим. Как я понимаю, будет не только еще одна вот здесь вот открывается. Поэтому ладно, дальше. Это что? Че это? А-а-а, вон оно что. Теперь, наверное, вот так вот. Нет, не так? Я думал, они соединятся. Ну, допустим. Так, что такое? Уважаемый мистер Амбассадор, я проинформировал бы нашего общего друга о ваших, получается, каких-то addictions. Я готов пригласить вас к озеру Раум Озеру, нашему превосходному mental, короче, mental health and fishing facilities will give you some rest. Короче, наше ментальное здоровье и рыбалка даст вам душевное спокойствие, что ли? Там rest, там покой, там лес. Ваш мистер Оу. Ну окей, допустим. Так, ты отсюда? Огонь. Синька справа. Ясно, понятно. Синька справа. Синька справа, синька справа. Где помидоры? Видно будет, если я пущу. Блин. Сейчас. Получается, надо вот так вот. Так. 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 Огонь. Молоток. Молоток. Молоточек, тук-тук-тук. Дайте мне сэндвич. Молоток.
вон она. Так. Так. А, вон она что. Тварь мешает. Ясно, понятно. Ну давайте, наверное, сюда вот это идет. Вот это идет. Это идет. Сэндвич. Конечно же, сэндвич. Главный вопрос, как говорится, в смысле слова. Вот, наконец-то. Так. Сейчас вот он мешаться не будет, да? Да, он сейчас не мешается. А, блин. Там внизу надо было его привязать, короче, как я понял. Так, окей, допустим. Так, поднять. Поднять топор. Подниму топор. Так, окей. Чё мне спички? Он в толчегане, да? А, возьми бумажку, чувак. Все, я понял, для чего у меня спички. Ничего не понял. Охренеть. Так, окей. Давайте искать, куда я попал. Я в опиуме. Мне надо следовать за вороной, да? Допустим. Ар. 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 Ворона? А. О. Здорово. Привет. Знаю, что делать. Знаю. У меня мало туг для этого был. Где помидоры? Где помидоры? Нет, вот я опять, получается, на последнем, да? На последнем зафакапился. Упустил где-то помидоры. Я их мог упустить. Обидно. Обидно получилось, что вот, блин, с помидорами беда произошла. Мы должны приготовить сегодняшний. Понятное дело, что должны. Секретный ингредиент. Гары. Расти лейк. Помидоры где? Блин, где взять помидоры? Я зафейлился. Надо было кормить два сэндвича этому вану. И там бы дали мне томат. На последнем долбанном обеде я зафейлился. Я реально не смог догадаться до этого. Да, готовь. После второго сэндвича двух в туалет бы сходил, у него там бы обнаружились томаты. Интересно, да? Вы знаете, что последний момент мистеру Ава. Очень тупая. Обидно. Обидно, что из-за, блин, из-за одной этой звезды. Ну ладно.
смотрите на мистера Сову. Окей. Погнали к мистеру Сове. Это не где он живет? В частных апартаментах. Private. Уверены, что хотите зайти в комнату к мистеру Сове? Конечно. Какая комната? Мистер Сова. Ты сдурел, чувак? There we are. The last dinner. На последнем ужине. Thank you for all the memories. Спасибо за все воспоминания. And Harvey. И Харви. Харви? I'm really glad you brought the cigars. Я очень рад, что ты достал сигар. The lake will be grateful. Озеро будет великолепно. Take a look at the black cubes, would you? Смотри на эти черные кубы. Олень. Ван. Кролик. Думка. Фазан. The memories are not only the key to the past, but воспоминания не только ключ к прошлому, also to the future, но также и к будущему. Have a look. Смотри. Белый куб. Так, ну допустим, вот они все. Наверное, я и есть. Через сквозь воспоминания, получается, я поднимаюсь на озеро. Продолжение следует. Серьезно? И там все кончается? Дождаться еще? Да ладно, подожду. Пускай тупик континует. Подожду. Офигеть. Не хватило одной звезды. Ну ладно. Такая вот игрушка, немножко неоднозначная. Я читал немного лора про эту игру и примерно понимаю, кто такой Харви. И в будущем мы, разумеется, с ним Харви еще встретимся. Поэтому это такая вводная игра. Вводная игра в серию игр про Rusty Lake. Следующая игра, насколько я помню, это у нас Rusty Lake, не ошибаюсь, Roots, то есть корни. Именно ее я буду проходить. Следующий. А на этом на сегодня все. Всем, кто смотрел, большое спасибо. Всем счастья, всем здоровья, всем удачи. Всем пока.